Последнюю субботу июня в России отмечают Олимпийский день. Праздник спорта, физкультуры и Духа Победы пройдет в 83 регионах страны. В больших городах устроят забеги, массовые зарядки, а на стадионах в товарищеских матчах встретятся футбольные команды. Нарьян-Мар тоже в числе участников. Одним из первых Всероссийский день Олимпиады отметил комплексный центр социального обслуживания. Там прошел зоологический забег. Изобразить черепаху, пройти дистанцию ходом пингвина. Комплексный центр социального обслуживания встречает Олимпийский день зоологическим забегом. Так педагоги знакомятся с летней сменой. С 25 июня по 20 июля в учреждении работает последняя в этом сезоне группа оздоровления. Галина Гагарина пришла подлечить позвоночник. Уже успела пройти массажные процедуры и познакомилась с контрастным душем. Там брызжет водичка холодная, горячая. Вообще такой комфорт. Ну, вообще здорово. Я не знала, что так хорошо бывает. Я смотрю, программа очень насыщенная. И столько вообще... Вчера нам читали, столько тут будет мероприятий. Вообще замечательно. Я думаю, что это будет прекрасно. Слава Муратов тоже остался в восторге от праздника. Ведь одними процедурами здоров не будешь. Врачи говорят, у здоровья три составляющих. Физическая нагрузка, мозговая деятельность и положительные эмоции. Славе они достались от зажигательной лезгинки в конкурсе танцев. Понравилось там, где мы танцевали. Ты любишь танцевать? Угу. Ну, только я плохо умею танцевать. Где ты обычно танцуешь? Танцую на репетициях, в садике танцевал, в школе танцую. Соревнования ко дню Всероссийского дня Олимпиады закончились совсем не по-олимпийски. Победила дружба. Новых гостей центра это нисколько не расстроило. Соревновательного духа хватит еще не на один праздник. Валентина Чибичи, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».